друзья, я в клубе Ауравельском. И здесь люди танцуют. Но снимать нельзя танцы, но вот я снимаю огонь. Огонь хоть можно снимать. А так все люди вот расслабленно танцуют, кто что может, кто что хочет. Здесь проходит много разных мероприятий. Ну, честно говоря, они выпили какао и потом начали вот расслабляться, танцевать. Перед этим была медитация, в медитации поучаствовала, но чтобы вот там долго танцевать я чуть-чуть, ну как бы, ну, музыка такая не очень забойная, народ танцует, хорошо им, ну и слава богу. Я люблю больше огонь.